Поздоровайся со зрителями. Давно тебя не видели. Постоянно этот кот меня тут встречает. Снова мы на рыбалочке, и снова здесь этот кот дерется. Ну ты что, лапами машет, злодей. Давай, пока, мы на рыбалочку. Ну хоть бы понять вообще, тут он нет. С первого заброса. У нас подсак-то разложен, может? Не, не надо. Давай. Есть. Хороший. Да нет. Твой, наверное. Опа, сошел. Ребята, вторая рыбалочка, рыба еще здесь. Эх, заточу я свой крючок. Неохота менять приманку. Кто-то там смеялся над моей точилкой. Смейтесь, смейтесь. Ну что, по одному поймали. Поздравляю вас, сударь, с сударем. Сразу мелкие какие-то начали брать. Обычно крупные же сначала. Да и повидишь. Ага. Походу неактивный. А, блин, вот здесь была под лодкой прям. Эй, наней, наней. Эй, наней, наней. Надо петь заунывные песни. О, я только спел заунывную песню и поклевка. Сегодня что, поролон что ли рулит? Да нет, половину своего угря. Ну я-то трешку ищу. Походу сегодня крупный не активен. Опять Серж мелкого изловил. 2-1. Давай, Костян, лови. Серж отрывается уже. Есть рыба-то, ну что-то она какая-то это мажет. В тот раз как хорошо, да, брал, кушал. А сейчас что-то так просто толкает ее. Сегодня судак не хочет кушать. Сегодня он бодает приманки. Бодает, пинает, что-то кусает, все мимо. Прижимает. Есть, хорош. Ага. Добрал я его все-таки. Ну, килушечка должна быть. Я вижу, вот он. На нижний. Началась рыбалочка! В руке даже держать не могу. Он такой жирный, что я не знаю, как его держать. Ну вот это съел, так съел. Может, это он и бодал. Не нравилось ему, не нравилось сначала. Отталкивал от своего жилища. А потом все-таки проглотил. Кило 800, Сеш. Хо-хо. О-хо-хо, я чувствую, он жирненький. И все, говорит, есть. Хороший. Ну, хорошо, что хороший. Или нет. Сейчас посмотрим. Нет, нормально. Куда пошел? Хороший. Куда, куда? На меня веди. Вот сейчас от этого устанет, выведешь. Ну, вот и я. Такой же, полтораха. Ну, практически дуплет. Прыгает. Кило 925, кило 900, на 100 грамм больше. Ну все, рыбалка сделана. Да. Сегодня у нас была беда, когда выехали из дома, сгорел генератор. Пока мучились, меняли, купили новый, поменяли на станции. Выехали на воду только в обед. И все равно нашли свою рыбу. Приятно, да, на свою поймать? Конечно. Поролончик-то. Я что тут в червей уперся. Всю жизнь на поролон ловил. Уперся в червей. Не, надо, конечно, менять приманки-то. Самому надоедает, просто надоел на поролон. Поролон — это читерская приманка. Да сейчас поставлю, что терять-то. Рыба поймана. Можно экспериментировать, все подряд ставить. Вертушки, блесна. Кормушечку можно закинуть в фидерную. Эх, Серж, смотри, твой любимый цвет. Зеленый, да с сиреневым. Вот такую поролонку поставил, лишь бы не оторвать с первого заброса. А, блин, было, а. Че мажет-то, блин, не пойму, сегодня вообще что-то прям, да? Много. Холостых. Ну блин. Откусили гады хвост у моей зеленой отличной поролонки. А на этот двойник уже не насадишь. Это надо дома переделывать. Правильно. Раздразни его. А я доберу, да? Нет.
Отлично. Во, да хороший, да? Ага. Сказал. Получше. Раздразнил. Нет, я его просто хороший. Коряшки. Да не, поменьше. Не полторашка, но съедобный. За кило. Нет, не кило, не за кило. Грамм 900, я думаю. Сейчас весь. Так, сработал зеленый мой поролон. Толстый, блин, как не знаю что. Ровно, короче, килошка. Иди в эту сторону. Отпущу тебя. Эх ты, вон он как прижал. Ты видишь, хвост разорвал. Он не прижал, он прикусил. Прикусил хвост, откусил клок вон. Есть? Я... Хороший? Очень хороший. А я коряги нашел. 8, может, сам. А что, фрикцион не работает? Блин, какой-то фрикцион зачет. Да? Да. Не форсируй. Двушка, стоп, лёг. Может, ты отвык просто? Нет, ну да, точно. Да? Нет, куда же. Могу поднять. Сейчас дернет, блин. И сойдет, а у тебя фрикцион затянут. Походу, Семёныч. Как бы не врезал. Да? А, и сошел, да? Ага, вынь, вынь приманку. Если сможешь, то сейчас запутается там. Челюсть ему сломаешь сейчас. Ага. Не так что-то. Добрал я его все-таки на червя. Хороший, Серж. Опа. Кило 540, кило 480 пляшет. Полторашка. Офигеть, блин. Жирные судачки. Ярко светит солнышко, птички песенки поют. Все. Настроение поднялось. Поймал еще одного судачка жирного. Есть. Такой удар, Серж, хороший был. Ну, судак такой, походу. Средний. О, пока. Что, разматывает? Да, у меня фрикцион там с того раза слабил. Выси. Полтораха. Полтораха опять у Сержа. Не опять, а полтораха. Даже побольше, наверное. Брал он того там наверху по дочке. Хороший, да? Сом, что ли? Да ладно. Вот, вот у меня, наверное, там такой клюнул хороший вообще. Серж, Серж, бери, бери. Трофей. Тут трофей. Наконец-то. Хорошо. Хорошо резина стояла с мощным крючком. Это трофей, ребята. Вот это рыбеха вообще, смотрите, какой жирный. 3300 здесь, 3400 пляшет. 300 грамм подсак у меня. Ровно треха. Офигеть. Маленько ошарашился. Сейчас я его подержу немножко за хвост. Сам сейчас оживет, что ли? Не знаю, он вообще оживет, нет? Ну ты чё, гад? Надо его погладить, что ли, что сделать? О, молодец! Хотел ему пузо погладить, как дал, блин. Крючок с Али плотно держал судака, не отпускал.
пробил ему верхнюю челюсть. Все тот же червь и красная 20-граммовая чебурашка. Есть еще один хороший. Да, сошел, Серж, сошел. Вон, что сбил, короче, все. Только что рассказал, какой хороший крючок, и спустил кого-то. Раздербанили всю приманку в хлам вообще, в щи. Все изгрызли. Хороший. Такой тынь-дынь, как окунь. Опа. Хороший. Че, он на меня-то прям идет. Ух ты, он начал давить, Серж. Угу, хороший. Он на меня просто пошел. Тоже полтора. Давай, нормально. Видно, что он нормальный. Видит. Задолжался. Нет, он с поклевкой тынь-дынь прям. Хороший, да? Он на меня пошел просто. Йо-хо, ребята, треху отпустил. И вон какая еще попалась дура. Сейчас я вам покажу. Под трех, короче, 2800. Офигеть. За рыбалку треха 2800. Паша, ты просил судака. Вот тебе возьму вот этого 2800. Ну что, на этом закончим. Всем пока. Спасибо за просмотр. До следующего видоса.